Осень богата не только интересными культурными событиями. В эти дни проходят различные ярмарки, на которых мы можем приобрести все необходимое для поддержания организма в зимнее время и для разнообразия рациона питания. Одно из таких мероприятий – выставка «Ярмарка меда». Всем известны целебные свойства меда, но далеко не многие имеют представление о многообразии его разновидностей. Карина Закирьянова уже продегустировала несколько сортов сладкого лакомства, в том числе и появившиеся недавно новинки. Тюменка Елена Чертушкина решила пополнить запасы меда на зиму, поэтому отправилась в выставочный зал на ярмарку. В прошлом году покупали здесь же мед, понравился. Нынче вот взяли с прополисом, с гречихой. Помогает? Ну, надеюсь. Этот мед действительно помогает. Взять хотя бы новинку и хит выставки – перга с восковой молью. Идеальное средство для тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. А перед простудным сезоном тут сразу несколько средств. Естественно же, наша липка – это самое лучшее противопростудное, противомикробное средство, успокаивает нервную систему. И мед с прополисом – самое лучшее средство в это время года, чтобы не болеть простудными и вирусными заболеваниями. Рассасывая всего одну ложку этого меда перед каждым выходом из дома, вы защищаете себя от простудных вирусных заболеваний. А тем, кого беспокоят суставы, подойдет мед из чаги. Это березовый гриб. Стоит обратить внимание и на мед растения золотой корень. На Алтае его ценят очень высоко. Он как мыло в организме действует. Вот мы моем руки, чтобы смыть грязь с рук, а золотой корень, когда мы едим внутрь, он именно как мыло внутри. И кишечник очищает, и сосуды очищает, и давление в норму приводит. Поэтому золотой корень вообще очень рекомендую всем. Приобрести все эти полезные для здоровья продукты можно на ярмарке. Действует акция. При покупке 1 килограмма меда получаете еще килограмм в подарок. Выставка продлится до 10 ноября. Карина Закирьянова, Павел Михайловский, Сибинформбюро.